Всем привет, с вами канал Observer, меня зовут Артем, и в этом выпуске мы посмотрим на комплект детских приборов от компании Livinguk, а именно на набор Livinguk Labs MTB3. Как следует из названия, в наборе три различных инструмента, соответственно микроскоп, телескоп и бинокль. Нужно сказать то, что все приборы рассчитаны на использование детьми дошкольного возраста. Более взрослым детям приборы будут не совсем интересны, лучше обратить внимание на какие-то старшие модели. Все приборы имеют оптику из акрила и корпус выполненный из пластика. Итак, давайте остановимся на каждом отдельно. Микроскоп из набора обладает тремя объективами на револьверной системе, что позволяет плавно регулировать кратность в зависимости от нужд с конкретным объектом. Один окуляр, как заявляет производитель, диапазон кратности составляет 100-900 крат. По моим же наблюдениям, данные показатели несколько завышены, и на самом деле этот показатель, соответственно, варьируется в пределах 20-200 крат. Нужно сказать, что данный микроскоп очень похож на модель, которая продается отдельно. Это Livinguk Labs M2, обзор на который также есть на нашем канале. По ссылке переходите, смотрите, я думаю, вам будет интересно. С микроскопом из данного набора самая большая комплектация. Это три чистых флакона для веществ, которые мы можем изготовить самостоятельно. Три чистых предметных и покровных стекла, опять же, для самостоятельного изготовления препаратов. Помимо всего прочего, три стикера, на которых мы можем писать название данных образцов. Запасной светодиод, если основной перегорит. Подсветка, кстати, здесь комбинированная. Здесь достаточно интересная система. С одной стороны, которой находится светодиод, а с другой зеркальце. При этом, поворачивая данный блок, мы можем включать либо первый, либо второй вариант, в зависимости от конкретной ситуации и потребностей. Также в комплекте достаточно обширный набор всех необходимых инструментов. Среди прочего, это палочка для размешивания, пипетка, ложечка для нанесения жидких образцов, скальпель, все также выполнено из пластика, пинцет и препаровальная игла для опытов. Бинокль из набора MTB3. Опять же, оптика акриловая, корпус также выполнен из пластика, но дополнительно обрезинен, что дает защиту при падениях, то есть линзы сложно будет повредить. При этом вот это резиновое покрытие предотвращает выскальзывание из рук, то есть бинокль очень надежно сидит в руках. По характеристикам, увеличение здесь всего 4 крата, диаметр объективов 30 мм. Благодаря тому, что в конструкции используется только пластик, бинокль очень легок, он может быть использован в том числе детьми самого юного возраста. В комплекте с биноклем мы найдем чехол из плотного тканевого материала, который имеет дужку для продевания через ремень. В таком чехле бинокль будет надежно защищен от пыли и влаги и от лишних повреждений. Помимо всего, в комплекте мы найдем салфетку из микрофибры для чистки оптики и нашейный ремешок, который сразу же установлен на бинокле. Телескоп из набора MTB3. Это классический хроматический рефрактор. Это значит то, что здесь в объективе используется всего одна линза, что в совокупности с акриловой оптикой говорит нам о не очень высоком качестве изображения. Однако те исследования, которые самостоятельно способен произвести ребенок, данная оптика покрывает полностью. Характеристики. Диаметр объектива 50 мм, фокус на расстоянии 600 мм. Соответственно, максимально полезное увеличение составляет 100 крат, что весьма неплохо. В комплекте мы найдем азимутальную монтировку самого простого типа, похожую больше всего на фотоштатив. Она комплектуется двухсекционной треногой, которая выполнена из алюминия и имеет высоту в максимально развернутом состоянии порядка 115-120 см, что также весьма оптимально для любого ребенка. В комплекте с телескопом мы найдем диагональное зеркало. Это, естественно, неотъемлемая часть оптической системы данного прибора. Используется обязательно. Также видоискатель двухкратный, который, опять же, выполнен по оптике из акрила, корпус из пластика, но, тем не менее, отлично справляется со своей задачей искать какие-то объекты на звездном небе. И, что самое интересное, два различных окуляра 5 и 10 мм. Соответственно, увеличение будет 120 и 60 крат. 120 крат увеличение, которое несколько превышает максимально полезное, однако с данным окуляром телескоп все еще может сфокусироваться и показать вам детали на таких объектах, как Луна, и, возможно, если будет очень хорошее условие, можно посмотреть на Юпитер и Сатурн. Однако в первую очередь телескоп все-таки ориентирован на наблюдение Луны,
созвездий, и также можно пользоваться как зрительной трубой, смотреть на наземные объекты. Единственный нюанс – изображение будет отзеркально слева направо, что опять же является особенностью оптической системы линзовых телескопов. Вот такой набор Livinhoek Labs MTB3 станет прекрасным подарком для любого любознательного ребенка. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте их в комментариях под видео, ставьте лайк, не забывайте подписываться на наш канал и нажать кнопку колокольчик. Таким образом вы будете в курсе наших новых видео. Ну а я с вами прощаюсь, всем пока, еще увидимся!